я даже немного завидовал. Хоть мои были ровесники, всегда был рядом с ними, но не был с ними вместе. Ты не хотелось даже, если честно. Было страшно как-то, если во всю эту кашу они могли не вызывать восхищение движения этих двух пацанов. В то время всегда на ступень выше, на шаг впереди. Мы 17 людей давали до 25. И пока остальные где-то по подъезду планкурили, они спокойно намутили себе по машине. И все в районе стали младшего хохла и пиву. Зеленую 9-9 и темно-синюю ниву. За чертой закона, но все по уму красиво. Человечное без крови, минимум насилия. Эффектные фильмы, именные фирмы. Взрывки, виды, жестокие фильмы. Спортом, бокс, футбол, качалочка. Водочка, планчик и телочку на пару палочек. Шелковые рубашки, замшевые туфли, шансончик, шубы, клубы, тогда еще были дискотеки. Подносы, кидосы, головоносы, ветер, стрелки, терки. И за какой-нибудь точки, биты, бабочки, розочки, заточки. И